Я бы взяла с собой компас, еду и карту. Еда, и вода, и одежду для сезона. Летнюю, весеннюю, осеннюю и зимнюю. Авокадо. Авокадо? Да, мягкая игрушка. Я могу сварить суп, пожарить котлеты и приготовить салатик. Сделать из дерева удочку и ловить рыб. Карась. Талисман на удачу. Первая вещь. Взять медицинскую помощь и взять доски с инструментами. Это как одна вещь. Я думаю, нужно иметь еще с собой какие-нибудь плоды, чтобы посадить деревья. Я думаю, обязательно должен быть гигантский запас воды. А если вам встретятся какие-то местные жители на этом острове, вы что увидите? С ними сначала познакомимся. Спросим, они добрые или злые. Как-нибудь объясним их язык или они нам их язык. И там ты можешь создавать какой-нибудь кораблик, который тебя доставит до ближайшего острова за год, за два года.